Первый вопрос, наверное, вполне логичен. Вы уже задали эту тему. Как вам сложили первое впечатление, как встретили, как приняли? Да, все отлично. Очень приятно, что меня вызвали. Коллектив дружный, и половину знаю. В принципе, все здорово. Соответственно, следующий вопрос, наверное, по поводу сбора. Будет у вас контрольный матч с Чертанова. Что знаете про эту команду? Там в основном выступают ваши ровесники, те, кто младше. Вот такой интересный коллектив вообще в российском футболе. Ну, они молодцы, развиваются, их школа. И там разберем, может быть, их и посмотрим, как они выглядят, и сыграемся. Вчера переживали за ваших бывших партнеров в клубе? Да, так, следил немного. Молодежка улетела в Чехию. Вот получается, между молодежной и основной сборной сейчас находитесь, да? И где вам лучше? В молодежке, где вы точно сыграете, или в основной сборной, где, может, и не сыграете, будете смотреть? Ну, я всегда стараюсь прогрессировать, играть, и самая первая сборная, понятно, хочется здесь играть, доказывать и стараться, чтобы сюда вызывали. А как будет вообще решаться? То есть тренеры как-то говорят, ну, это или не просто ставят перед фактом, да? Как бы, что ты молодежку или классную? Ну, конечно, да, тренерский штаб и молодежная, и основной сборная решает, и поэтому туда, куда вызывают, туда я приезжаю. Еще вопросы? Вам не пришлось путевки менять? Неожиданно, может, отчасти вызов, первые ноги уже на пляже нежатся? Да нет, не пришлось менять, потому что знал, что в сборной буду, в молодежной или здесь. Поэтому, тем более на пляж я не собирался, я всегда летом дома провожу время с родителями, с родными, друзьями. В Нижнем и в Саранске бывали раньше? В Нижнем, да, в Саранске нет. Что-то успели посмотреть, стадион? Ну, стадион в Нижнем, да, играли там с молодежной сборной как раз, и в Саранске не бывал, так что посмотрим. Дзюба часто встречает новичков под полами, как-то вас встретил? Нет, подколов так, как таковых не было. Просто сказал добро пожаловать в семью, в команду. Все впереди. Тоже не слышал. А какая сейчас главная нефутбольная тема для обсуждения? По-прежнему «Игра престолов», нет? Я не смотрю, поэтому не знаю. Еще? Да, можно? Да. Поделись впечатлением от вообще тренировки под руководством Тарчесова, потому что многие люди, которые никогда не работали под его руководством, ну, считают, что он такой достаточно строгий наставник. Ну, есть такой, он строгий, серьезный тренер. Не знаю, обычная тренировка, как бы все понравилось, и все упражнения, все здорово. Ни за что не прилетал? Ну... Тяжело сказать, если тренер увидит, что что-то не так, он подскажет, поможет всегда. А вот Станислав Саланович сказал, подходил, тоже интервью было, что было некое тестирование сейчас на поле. А поподробнее расскажете, может, без каких-то секретов? Да, просто тест был там и все. Ну, на что, какие упражнения? Да нет, просто там бегали, пип-тест. На скорость, да? Ну да, там на время.